у нас Колпино новая достопримечательность. Хорошо, что он сзади проходит, получается. Может, на машине съедем? Или думаешь, там закрыто? Давай на машине. Можно сколько идти? Все руками не трогать. Видимо, ногами можно трогать. Все, приглашаем всех трогать ногой автомобиль. Ну вот, мы на задней стоянке. Ретро-автомобиля не видно. Видимо, вход платный. Точно. О, можно отсюда, смотрите, кое-что увидеть. Бесплатно? Нет, вход 200 рублей. Да. А до скольки? До 23 он написано. Ладно, что мы будем? А можно снимать, если зайти? Ух ты, что, может, сходим тогда? Так. Тут можно не только фоткаться, но и видео, видите? Ладно, я быстренько пробегусь. Боже. Да, мне особо любопытно госномера. Привезли вот этот экземпляр, да, из Эстонии. Слушай, ну визуально похожи, да, между собой? Да. Это чем-то на пылесос напоминает. Надо выбрать какую-нибудь тачку, чтобы... Чё? Да, тут немножко резину пожгли. О, старье. Так, это что у нас? Всех тачках может сидеть, что-то не пойму. Мне, конечно, цвет подкупает оранжевый. Виу-виу. Thank you.
Страх и ненависть в Лас-Вегасе вспоминается. Мне прям стрёмно садиться куда-нибудь. А? И что, меня никто не... Ко мне никто не бежит, никто не ругается. О, уже зеркало потеряли. Здесь такое покрывало замечательное. Между сидухами еще один человек может сесть. Все, как положено, зеркало с лампочками. В общем, прикольно придумано. Продают старые тачки, еще и бабки за это берут. Честно говоря, для меня неожиданная популярность здесь. Столько народу. Добро пожаловать. У тебя есть какая-нибудь тачка, которая тебе больше всего понравилась? Голубая, оранжевая. Мне вот этот Эльдорадо больше всего. Ладно, остальное сами приходите и смотрите. А до когда это? До завтра. До завтра. Ну, завтра. Завтра у вас последний шанс.